Дышат! Помогите! Помогите! Дышат! Не знаю, что делать! Биться в истерике 21-летний молодой человек начал, как только осознал, что из рук правосудия вырваться не получится. Ночью 15 января он пьяным сел за руль. На московском шоссе его машину заметили активисты движения «Ночной патруль», и уже через несколько минут горе-водителя остановили полицейские. Проходить медицинское освидетельствование он отказался, но ломать комедию не прекратил. Изображая припадки, повредил в патрульной машине видеорегистратор, переднюю панель и замок зажигания. А, здесь сейчас в лицо плюну. Кого? Сотрудника? Вы что делаете? Вы что говорите? Там рука его. Я не могу дышать. Удивить полицейских актерским талантом нарушителю не удалось. Обморок его продлился недолго. Нарушителем оказался гражданин Ставропольского края. Выяснилось, пьяным за руль он садится не в первый раз и уже дважды был лишен водительских прав. Документов у него не было и на момент задержания. На данного гражданина было составлено два первоначальных материала по признакам преступления. Это статья 319 оскорбление представителя власти и 264-е. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. То есть он уже был лишен и в очередной раз был задержан. Теперь нарушителю может грозить до 2 лет лишения свободы, либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».